Московском государственном институте культуры прошел концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Специальный приглашенный гость – заслуженная артистка России Ольга Кормухина. Больше нечего терять, поняв простую суть. Ты тянешь руки. Исполнив знаменитые российские композиции, Ольга Кормухина пообщалась со зрителями, студентами Института культуры и дала им несколько напутственных профессиональных советов. А затем представители Союза десантников России вручили артистке памятную медаль за организацию гуманитарной помощи на Донбасс. Вот это настоящая награда. У меня есть награды от Министерства обороны, там, от Министерства культуры, но когда бойцы вручают награды, это сами бойцы, это очень круто. Спасибо огромное. В этот день на сцену также выходила женская половина кафедры эстрадно-джазового искусства МГИК и музыкальной академии Ларисы Долиной. Девушки спели знаменитые песни военных лет. Выступление студенток кафедры эстрадно-джазового искусства ко Дню защитника Отечества стало уже многолетней традицией. Все наши мероприятия, конечно же, поддерживаются руководством. Факультет, конечно, каждая кафедра, она многогранна, много всего. И на ВДНХ у нас много номеров, теперь наши студенты выступают. И везде мы себя показываем. Вокалистки исполнили полтора десятка композиций, посвященные мужчинам, защитникам Отечества. И поздравили военнослужащих с праздником. Андрей Липанов, Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.